как я нахожусь в складе. В складе. На складе. Игра называется Сома. Продолжаем. Мне нужно найти центр связи. Точнее, сам центр связи, мне кажется, я нашел уже. Ну, а это что? Так, подожди минутку. SCC-RV-7. Черный ящик. Имплантант. Краткое введение. В. Так, РЧ-имплантант. Он в щитовидку, что ли, куда-то устанавливается? Нервно-ментальная пластина. Черный ящик — это... Можно как-то по-другому это прочитать? Да кто там шумит-то? Черный ящик — это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системе ПАТОСа-2, чтобы станция могла обеспечивать вам подходящую рабочую обстановку. Устройство будет работать максимально эффективно, если вы проследуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплантант используется правильно. А, хорошо. Я так понимаю, что мне нужно будет установить самому себе этот имплантант. Так, это все не то. Подожди минутку. Да ножницы мне нахрена залезть. Ну, хорошо. Допустим, он у меня есть. Толку мне от него. Болгарки, блин, шуруповерты. Больше ничего интересного нет. Ну, не просто же так здесь склад открыт был, а? Ну, серьезно, блин, камон. Ладно. Сейчас решим, подожди. Дверь также здесь закрыта, да? Ну, естественно. Персонал. Так, главный управляющий. Мне это все это неинтересно. Объездчики. Управление питанием. Теперь мне нужно складское помещение. Центр связи. Найдено решение. Отключить одну из выделенных секций, чтобы направить энергию в центр связи. Я понял. Отключить одну из... Выкл. НД. Что такое НД? Недостаточно энергии. Решение найдено. Регулятор потока. Складское помещение. Термокамера. Центр связи. Слушай, а что если... Что если... Не просто же так отключается там... у робота что-то, что он там прям орёт, как не знаю кто. Ох, ничего себе, здесь вот что-то вообще не строит и строит без конца. Так... Я тебя слышно? Я тебя опять отключу, поэтому давай, короче, готовься испытать неповторимые ощущения. Теперь мне должно хватить энергии. Управление питанием, погнали. Центр связи. Все, отлично. Есть. Это как раз здание, что мне нужно. Куполообразной формы. Так, эспандер есть, но он мне не нужен. Не сейчас. Обнаружены испорченные данные. Восстановить файлы. А, да, конечно. Сейчас послушаем. Скоро увидимся, когда прибудем. Хорошо, Джонси, удачи тебе.
прямая связь с Хиза, то есть инженером по обслуживанию Волчек. Прямую связь установить почти невозможно. Ретрансляторы Лумар сейчас практически не работают. Можно отправить сообщение через центр связи. Я, если что, здесь практически всегда. Могу передать вручную. Понимаю, система хреновая, но вот так вот сейчас. Ладно, пока что справимся. До связи. Алло, Питер, да? Я тут, в чем дело? Мы уходим. Я хотел передать, что сегодня буду закрывать центр связи, так что больше мы на связь не выйдем. Если через пару часов нас не будет, высылайте кавалерию. Постой, что происходит-то? План прежний, да? Да. Мы идем к шаттлу и едем на нем прямо до Теты. Ладно, понял. Соберу людей для торжественной встречи. Приятно слышать. Торжественная встреча отменяется, в общем. Не будет никакой... Так, подожди, пока трогать ничего не буду. Кто-то... Что случилось, блин? Что произошло? Почему закрылась дверь? Северная Америка, Атлантический океан, Европа, Африка. Прекрасно. Нью-Йорк, статус отключен. Последний контакт 10 января, 13 год. Ой, 2103 год, ничего себе, сообщение. Йонси. Офис закрывается и всех эвакуируют. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами и Эпсилоном. Удачи вам в надвигающемся апокалипсисе. Что, блин, происходит? Какой апокалипсис? Так. Лиссабон. Статус отключен. Последний контакт 12 января 2103 года. Очередной доклад по оборонительным мерам. Последние усилия мирового сообщества по предотвращению столкновения потерпели неудачу. Пата II должен предпринять все меры для того, чтобы справиться с землетрясением, которое неизбежно последует после удара. Примерное время столкновения 5.13. Лис. Так, Лондон. Статус отключен. Последний контакт 11 января 2103 года. Сообщение. Дорогая Вайдис Йонсдоттир, я с печалью вынужден уведомить вас, что наш офис закрывается и больше не может поддерживать работу Эпсилона и Патоса II. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. У вас потрясающая группа, и я уверен, что там, где потерпели неудачу мы, вы продолжите наше дело, не страшась трудностей. Так, искренне ваш директор системы Джеймс Блун. Здорово. Кадис, вспомогательный статус отключен. Последний контакт 12 января 2103 год. Сообщение. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас места в первом ряду. Так, врубаем. Связь с Лумар прервана. Требуется вот данных вручную. Отлично. Вот данных вручную, которых у меня нет. Эпсилон. Так, подожди, мы по площадке. Эпсилон. Омега. Тау, дельта, микрон, лямбда, тета, эпсилон. 22.01, скорее всего. 22, точнее, да, 01. Невозможно вызвать абонента станции Эпсилон с пункта связи станции Эпсилон. Хорошо, 22.02. Так, я подключился. Так, и... Хорошо, 22.03. Лямбда. Какая интересная настройка. Thank you.
Эй, вы там? Я нашел купол. О, так-то лучше. Саймон, да? Джаред, Саймон Джаред. Привет, Саймон. Я Кэтрин. Вы уже разобрались, что происходит? Я? Я надеялся, вы мне расскажете. Может, и расскажу. Что хотите знать? Да много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят, как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы что, там никогда не были? Где вы работали? В Гримуаре, в Торонто. Это так важно? Нет, на Патосе 2. Где работали? Я не знаю, что это! Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, прямиком, и все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов, чокнутых. Кроме одного, кажется, ему было больно, я не знал, что делать. Он жаловался на боль? Вроде как. Я не знаю. Что это было? Воу! Что такое? Тут, кажется, все скоро рухнет. Что мне делать? Вам нужно на лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяют сеть шаттлов. Найдите шаттла, приезжайте. Я буду ждать. Воу-воу-воу, все. Приехали, блин. Черт, куда? Что делать? Я не успел, кстати говоря, использовать вот это вот. Надо было все же докоснуться до нее, да? Я теперь не знаю, что там было. Прекрасно, блин. Приехали. Поговорила я с теткой, объяснила мне все. Так, надо плыть. Я могу плыть? Что? Какого черта? А, в смысле, я дышу. Как такое возможно? Это же... Это безумие! Не понял. Спасибо тебе, игра. Все стало куда понятнее. Мне нужно как-то забраться наверх и выбраться отсюда. Ну, что на самом деле очевидно, вопрос только как. Ну, также понятно, что здесь ничего нахрен не работает. Нет, отсюда так не выберусь. А как из-за меня мне выбраться отсюда? Нет, здесь нет как... А! Что такое, блин, уже было сразу просто встать. И что за интересный у меня костюм? На самом деле очень круто, потому что какая серия уже по счету, а я до сих пор точно не уверен, что происходит. Прекрасно. Вот тебе и купол. Вот тебе и под водой. Под такой толщей воды. Это ж какое здесь должно быть давление. Лямбда. Найти шаттл на лямбду. Так просто-то. Чё там? Сейчас, через 2 минуты я уже буду на месте. Сомневаюсь, что эти двери откроются. Ну давай. Ладно, я понял. Это было очевидно. Будем искать другой выход. И, кстати говоря, приближаясь к... Да? Да, действительно. К прожекторам они включаются автоматически. Смотри, сколько здесь возможностей для
Работы под водой, значит, работы проводились. А значит, есть вход где-то. Осталось его только найти. Ну, можно полюбоваться этим прекрасным подводным миром. Там в отдалении я видел, как будто кто-то передвигался, освещая себе путь. Так, а здесь что? О, сейчас узнаем хотя бы последние новости. Это, отвечайте! Отвечай, Страски! Ну же! Эми, ты где? В полях, мне пришлось уйти. А Карл с тобой? Все, пошел к чертям. Подожди, ты подачу энергии автоматизировала? Тест безопасности? Нам нужна энергия, чтобы станции работали. Да в жопу энергию! Иди нахрен, Страски! Машины убили Карла! О, черт! Ладно, успокойся, все будет нормально. Ты можешь вернуться на Тету? Да, думаю, да. Пойду к шаттлу вспомогательному. Удачи, Эми. Держу кулаки. А Эми молодец. В жопу, говорит, энергию. Так, ладно, я иду по ее стопам, по ее следам. Меня это, с одной стороны, радует, но с другой стороны, блин, если она улетела на шаттле... Или на чем там она могла улететь? Или под водой передвигаться? Смотри, какие рыбки, а? Излучают свет. То получается, я-то как пойду туда? Пешком теперь? Оттуда, точнее. Тихо-тихо, робот. А у тебя есть? Ну хотя бы чуть-чуть. Не жадничай. Что тебе нужно? Он мне нужен. Кто он? Не можешь. Не выводи меня из себя. Ну вот, за мной теперь следует робот-наркоман. Зачем? Требует непонятно что. У меня есть легкое подозрение, что он может быть агрессивный по отношению ко мне. Так, лампа. Здесь все тоже, мне кажется, к чертям пошло. Что он от меня хотел? Нарколыга этот, а? Так, здесь, я так понимаю, ничего, это похоже на какую-то подстанцию. Да здесь все развалилось. Я знаю, что ты здесь, я тебя слышу. Так, подожди. Почему ты прячешься? Мне кажется, это может плохо закончиться, пора сваливать отсюда, да побыстрее. Но вроде он не движется за мной. Еще так подписано странно. Так, а это что? А, робота завалило. Так, я помогу тебе, а ты поможешь мне. Давай. Робот-маячок. Куда, куда, куда? А помогать мне кто будет? Куда поехал, друг? Но здесь же нет ничего, ни входа. Изображен какой-то трамвай. Подводный трамвай причем. Но входа нет. Здесь пока я тоже ничего не вижу. Он за мной, кстати, следует, смотри. Ладно, пойдем дальше, видимо. Так, еще какие-то знаки, символы. Куда идти, блин, непонятно. Корабль. Так, этот робот-наркоман здесь тоже. Они все меня окружили. Так, видимо, забраться здесь нельзя, потому что и не нужно, скорее всего. Так, здесь нет ничего.
Я думал, этот робот мне поможет, укажет как-то путь, дорогу, но он мне ничего не показывает. А это значит, что толку от него нет. Придется самому. Либо я не понимаю его. А это что такое? А, кажется, нашел все же вход. С 10-го раза. Посадочная, что? Посадочная, в общем. Открывай двери. А, ну вот, видишь? Я ему помог, теперь помогает он мне. Главное, чтобы к нам не присоединился этот, друганя. С красными лампочками, нарколыга. Спасибо, спасибо тебе. Ух ты, спасибо, малыш. Так, двери за собой закрываем. Мало ли что, малыш все равно к нам не присоединится. Так, открывай двери. Отлично. Что, что, что? Где открылось-то? Сейчас, по идее, вода должна уйти сначала. Да, я был прав. Так, а что теперь? Шаттл работает. Как я? Откуда у меня фонарь? Чтобы включить или выключить фонарик, нажмите F. Слушай, здесь Саймон сам задает вопросы раньше меня, которые меня интересуют тоже. Давай послушаем. Так, починит она как-нибудь. Подожди минутку. Да, предстоит, мне кажется, долгий путь в неизвестность. Ладно, сейчас разберемся. А-а-а, вот так называемые шаттлы. Но... Так, почему здесь... Ну, с одним понятно, он уже никуда точно не поедет. Ага. Эмми. Ох, ничего себе. Так, вот тут раз, что я не использовал. Давай сейчас используем. Господи боже, что это? Я так подозреваю, что это новые... А-а-а! Вот в чем дело. Все, у меня немножко прояснилось. Во всяком случае, у меня зрение. Наладилось. Ладно, меня это радует. Я в этой игре буду разбираться по ходу долго. Только к самому концу я пойму, как и что здесь. Ну хорошо, это меня радует. Мои исследовательские желания потихоньку удовлетворяются. Открывая ворота. Нехватка энергии. Да, еще бы. Еще бы тебе энергии хватало. Ну хорошо, сейчас хотя бы я вижу без проблем. Это, блин, я полсерии. Да, видел как дурачок. Ладно. Проблема решена, и меня это радует. Что здесь есть интересного, кроме вот этих вот ракушек и непонятно чего? Доступ разрешен, здесь больше нет ничего. Хорошо, я знаю, куда идти. Не волнуйся, выход я найду. Прекрасное место. Нет, давай лучше с фонариком. Да, мне нравится эта игра. Мне, блин, определенно нравится эта игра. Обслуживание.
пойдем. Так, так, спокойно. Здесь что-то явно произошло нехорошее. Вот она, блин. Серьезно? Блин, я думал, ты выживешь. Эй, вы... Не бейте. Блин, Саймон, ты реально хотел спросить, как у нее дела? Вам помочь? Оно не даст мне умереть. Это запрещено. Что случилось? Несчастный случай. Энергоснабжение. Я шла на Тету. Я могу чем-то помочь? Если увидите Мастерс или Холланда, скажите, что мне нужна помощь, ладно? Эми нужна помощь. Слушай, Эми, я боюсь, что... Есть совсем легкое подозрение, что тебе уже ничего не поможет. Ладно, тем не менее, я передам. А, можно ее отключить. Эпсилон, станция, шаттлов, питание, резервы, все выключено, выключено, выключено. Хорошо, давай отключим ее. Я думаю, что это ее убьет, мне кажется. Ну, это было очевидно, мне кажется, все же. Это было очевидно, к сожалению. Хотя жалко, не буду скрывать. Она была близка. Я думаю, что часть пути она прошла. Карфаген, блин. Так, хорошо. Эпсилон, станция шаттлов Б. Питание стабильно, основные системы включено, пути, шаттл включено, безопасность включено. Вот, видимо, она шла сюда как раз-таки за этим, и здесь что-то произошло. Я пока не берусь делать выводы, но есть у меня парочка мыслишек по этому поводу. Ладно, здесь мне больше ничего не нужно, видимо. Жалко. Действительно жалко, я думал, что... Хотя если бы, блин, она добралась, и она выжила, то очевидно бы, что я не выжил. Потому что шаттл здесь, так называемый шаттл, из двух шаттлов работает только один. А это значит, что если бы она выжила, она бы на нем уехала. А мне бы достался вот этот вот, который наполовину работает. Даже нельзя сказать, что он вообще работает. Так, хорошо, сюрпризов нет. Сюрпризов вроде бы нет. И все же, почему со мной эта дрянь взаимодействует, мне кажется. А ее убило. Когда я успел одеть этот костюм? Положение челнока. Челнок 02. Эпсилон Б. Положение. Эпсилон. Геотермальная электростанция. Прекрасно. Открывай ворота. Пора нам ехать отсюда. Сначала почитаем. Не могу что-то не почитать. Так, Патос 2. Затапливаемый шлюз. Набор для ремонта. Дуплексный насос 2 штуки. Универсальный очиститель 1 штука. Набор вентилей 5 штук. Прокладки 10 штук. Ударный гаечный ключ 1. И универсальные трубки 4 штуки. А вот легкомонтируемые трубы в размере 4 штук в количестве, точнее, главный управляющий не нашел. Ладно, это не страшно, потому что я вообще, в конце концов, не ремонтник. Не моя задача ремонтировать. Так, пора валить отсюда. Отлично. Омни-тул, погнали, омни-инструмент. Шаттл G6 активирован. Режим готовности. Режим готовности. Так, аварийный выход нет, он мне не нужен. Мне нужна кнопка. Тихо, что происходит? Закрой дверь, как я поеду, шаттл? Тоже мне, блин. Кто там такой шутник? Все должно быть герметично. Так, я так понимаю, что... Ага. Так, методом тыка. Готово. И... Нужно будет нажать вот это вот, наверное, чтобы открыть ворота.
и отправиться в путь, да? Но это уже, конечно же, в следующей серии. Спасибо, спасибо, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.